Что за травма? Слушайте, вы можете вообще чинить, не знаю, там... А, вот здесь можно взять защитный костюм, даже так. Бери у той женщины защитный костюм. Только не ты, стоп. Так. Отлично, еда у нас есть. Это хорошо, что он не может вместить больше воды. Но это, с другой стороны, плохо. Это очень плохо. Так, костюмчик забери, пожалуйста. Похоронить. Стоп. Стоп. Взять костюм. Так ты ж его взял уже. Ты дебил, что ли? Он чё, умывается в костюме? То есть, ну, ты поняли, вы поняли, чем он там занимается. Так, что у тебя за радиационное поражение? Игра просто с королевским микроменеджментом. Очистить укрытие. Так, и теперь ты идешь хоронишь. Что за собрать урожай? Это куда? В склад, что ли? В ящик в какой-то он его засунул, этого мертвяка. Кто это, Барбара или? Да, он все-таки свою жену так. Ну, будет хоронить. Так, ну на селок у нас не хватает. Мощи, так сказать. Так, ну что еще мы можем сделать? Вернуть костюм. Втроем нам будет легче, я думаю. Пока что. Так, ты куда назад бежишь? А, ну тебе надо обязательно поспать. Вернуть костюм, а потом будешь спать, сволочь. Так, а ты... Начать экспедицию. Расточительный, это как так? Чутко спящий, расточительный. Так, стоп. Ну пусть дети оба пойдут куда-нибудь сюда. В школу. Я не помню, куда я в последний раз ходил. По сути, здесь больше локаций нету. Ну, как бы... Они бы, во-первых, должны были бы, наверное, помечаться. Я тогда лучше вот так вот назначу, типа... Как бы... Ой, 27 воды все-таки не надо нам расходовать... Так, у нас остался один противогаз. Нет, знаете что, я отменю экспедицию. И вот так вот пошлю. По приколу. Так. Если здесь ничего не будет, значит здесь вообще еще не реализовано все это. Походы. Ой, не на вечеринку. Какой нафиг на вечеринку? И таблеточки. Хотя нафиг они нам нужны. У нас не так много людей, чтобы таблеточки эти использовать. Так.
Да, беги в пустошь. Ты спи давай. Отсыпайся. Похоронил жену, похоронил подругу ее. О, к нам кто-то еще пришел. Смотрите. Женщина какая-то. Дженнихер. Так, ответить. А я не уверен, слишком... Чё у тебя за навыки вообще? Ну давай, в принципе. Проходи, женщина. Женщина! Хотя, что ты будешь здесь тут делать? Вот в чём вопрос. Противогаз. Давайте посмотрим, что в школе. Что-то я постоянно не ухожу далеко. Может, это и к лучшему. Еда у нас есть, топливо есть. Смотрите, новые предметы. То есть, действительно, одни и те же локации можно посещать вполне себе. Так, берем это обязательно. Вот кожа, жаль, что одна. Еще цемент. Вот это, по-моему, нужно. Цемент тоже возьмем. Эх. Так, радиация нам не нужна, абсолютно не нужна. А вот эту штуку открывать, закрывать самому что нельзя? Вот зачем здесь две лампочки? Можно отключить. Пусть он отключит хотя бы одну, если не две. Да, этот дождь, он опасный. Зараза. О, наконец-то опять вода. Ну, хотя у меня воды хватает на самом-то деле. В этом-то и вся проблема. Где наш чувак? Где он там лазит? Так, карта. Видите, он пошел, ну как бы... Все. Вот видите, тут ничего нет. То есть, в принципе, это в будущем там что-то будет. А пока что я не заметил. Вот смотрите, сколько я разведал. Неужели ничего не должно было бы быть? Вот за этим оно-то... Ага. Так, что-то тут не так. Убирайся давай. Вали куда-то сюда. Что за разобрать? Чинить нафиг. Ты добавить топливо. И ты, парень, залазь, давай осторожнее. А ты куда пошла? Куда?
Куда ты вообще пошла? Ты дура, что ли? Зато теперь у нас есть много петель, чтобы повеситься. Так, создать предмет. Давайте посмотрим. Вот эту вот штуку создадим. Стресс. Так, создать предмет. Давайте создадим тогда... Ой, у нас не хватает ресурсов, чтобы его создать. Кто там умирает? Чё за бред? Почему они умирают? Загрязненность 2%. Это не такая крутая загрязненность, чуваки. Что за бред? Совсем все нехорошо, 6 дней. А теперь дожди постоянно идут. Мойся, иди. Чувиха, иди, мойся. Мойша. Так, стоп. Не ты должен это на самом-то деле делать. Как-то только дети пока что живут. Зато воды у нас дофигища. Только спать негде. И книжные полки не из чего сделать. И еды, в принципе, нормально. Так, слушай, ты... Не то, не то. Наполнить. А ты в это время иди спать. А ты в это время верни костюм. Ты, чувиха, иди кушай, естественно. Что-то у вас стресс бешеный. Собрать урожай. Ну, пусть тогда собирает свой урожай. Офигенное название вообще. Что-то у нее с этим, с травмой ментальной. Она может с ума сойти и сдохнуть из-за этого. Так, ну душ, как всегда, в плохом состоянии. Ты иди чини генератор. Ты сейчас будешь чинить душ. Как бы она тут с ума не сошла и всех не поубивала. Это женщина. Слушай, спать я тебе не могу позволить. Ты... Поубирай здесь тогда, пока что. А спать будешь потом. Стоп! А, это я так понял, они жрут своих мертвяков. Собрать урожай, типа. Это сделать тушенку. Ух, нифига себе, так это ж круто.
кого их? Кого их держать? Ну, давай посмотрим, что у тебя есть в первую очередь. Так, цемента много. Ну, цемент это неплохо. Древесина нам нужна. Угу, в экспедициях предлагают нам его использовать. Так, цемент. Ну, во-первых, тут есть таблеточки. Берем их. Во-вторых, ты, девочка, идешь в экспедицию. Да, Сара. И никто. И идем мы куда с пятачком? На маленькую ферму, наверное. Берешь ты с собой вот эту вот установить, чтобы было больше места. Кувалду установить. Малыш с кувалдой, офигеть просто. Ну, надо ж как-то надежно ее. А чё, мертвяков на тушенку пускать, это норм так. Почему бы и нет, я так подумал. Так, выпей воду, пойди. Потом почини душ. А ты, парень, не засыпай, иначе она сейчас с ума сойдет и будет очень плохо тебе. Так. Семь дней уже как-никак, хотя у нас все поменялись, блин, люди. Очень интересно мне, что ты там нашел. Еду берем. Воду, пожалуй, не надо, у нас много воды. Ну вот десяточка, это уже нормально. Так, топливо. Вот это не берем, нафиг нужно. Хотя, может, все возьмем, посмотрим. Вот видите, 7, и тут еще куча места. А, стоп, мы же можем тогда сжигать трупы на топливо с помощью сжигателя. Ну, в будущем. Вода у меня 100% не поместится, поэтому я вот так сделаю. Пусть будет. А ты спи, иди быстрее спать. У тебя должен этот... стресс или что-то пройти после этого. Маленькая девочка прибежала и принесла намного плюс. Замечательно. Это она еще не сильно искала. А, в кладовой больше не поместится. Ну так это ж хорошо. Тушенка из папаши там есть, а это главное. Так, плохая плита. Нужна ли она нам?